Вот еще один дом. И вот я увидела такую конструкцию. Тоже никогда не смотрела, не разглядывала. Не знаю, что это, для чего это и с каких пор это. Также рифленая вот так построена, с выступами. Красивая статуя. Написано: Агадиев Сека, умер в 1915 году. Еще один дом там. Были построены дома, как и везде. Старинные дома. И, кстати, они тоже засыпаны. У нас как-то здесь раскопали траншею. Раскопали траншею, меняли, в общем, какие-то трубы большие. И близко к фундаменту. И там видно было... там видно было... было окна с решетками. Ну, правда, сказали, так строили подвалы. Вот. Это очень красивое тоже на верши. Посмотрите. Поближе подойду. Вот такие штучки. Современное советское здание. Сейчас сниму еще с другого ракурса. Уже ветки мешают чуть-чуть. Сейчас еще идем дальше. Вот. Так это все выглядит.